Девчонки, всем привет! С вами Леся, и сейчас я хочу вам показать небольшие покупки. Их очень-очень мало. И это у меня будет улыбка радуги и Ашан. Честно говоря, я ездила по делам в Сергиев Посад, и там я увидела, что открылся магазин «Улыбка радуги». Я наслышана об этом магазине, но в Москве его я ни разу не видела. Мне кажется, его здесь нет. Честно, не буду утверждать, но я с ним никогда не сталкивалась. Ну, конечно же, мне стало любопытно, я зашла туда. Честно говоря, было уже поздно вечером, то есть мне потом ехать домой в Москву, и потом по метро, короче, с электрички на метро. Мне не было времени, знаете, там ходить, высматривать, то есть часами. Я так прошлась, не торопясь, но торопясь. И что же я там увидела? Я там увидела в «Улыбке радуги» вот такой вот интересный продукт. Это у меня марка «Эстраде». Я никогда в жизни не пробовала ничего от марки «Эстраде». Но меня привлек, конечно же, вот эта вот картинка привлекла. «Unicorn Skin», то есть «Единорогом», «Lotus Highlighter». И я слышала, что вот эти вот единорожные, эта единорожная серия у Эстрады достаточно удачная. Также я вообще наслышана, что это очень дешевая, но при этом очень классная марка. Ну, я подошла, и там было три вида хайлайтера, какой-то шампанский, какой-то еще, который мне был неинтересен. Но когда я видела этот хайлайтер в баночке, девочки, просто вот на камере, камера не передает этой розовинки. Он прям такой розовый-розовый, как поросеночек такой хорошенький. Конечно же, я захотела потестировать его и унести домой. Здесь вот такая вот пуховочка, которая просто скорее предохраняет у нас это дело, чтобы не рассыпалось. Но ой, вы видите, как это все сверкает. Сверкает это по-сумасшедшему. Я даже в Инстаграм выкладывала видео. Девочки, посмотрите, какой это блеск. Какое это сияние. В реальности это еще круче. В реальности это розовый цвет. Такой нежный, такой, знаете, ну прям поросеночек. Ну, кому не нравится, можете считать, что это цвет Барби. Вот так вот. Ну, он просто сказочный, девочки. И я им воспользовалась. Я им воспользовалась, девчонки. Единственная сложность в том, что он рассыпной, да, это непривычно. Например, с кремовыми хайлайтерами я вообще не подружилась, не умею ими пользоваться вообще, с кремовыми продуктами для лица, кроме тоналки, да. Я немножко на крышечку насыпаю и как делаю? Макаю кисть, хорошо так, потом кисть хорошо, ну, струсить нужно. А если вы не струсите, просто он насыпется у вас на лице. Хорошо струсили и работаете, все без проблем. Офигенное свечение получается, офигенное. Но при этом это не какой-то кислотно-розовый оттенок, это действительно очень нежный такой розовый оттенок, но при этом сияние просто суперское. Девочки, это пушка, а не хайлайтер. Я вам серьезно от души советую этот хайлайтер. Он очень-очень красивый, безумный, просто безумный. Здорово, здорово, я вообще рада, что я купила его. Далее я зашла в Ашан, потому что мне же хочется везде зайти. Благо, это все находится на вокзале. Я зашла в Ашан и просто купила мыло. Купила мыло, потому что мне нужно мыло, и эти все кусочки у меня уже когда-то были. Значит, это у нас с оливой мыло. От Косме я закупилась. Далее это у нас салон, ну, здесь такой кремовый приятный аромат. Кстати, я что, с оливой два кусочка взяла, представляете? Взяла два кусочка, мне казалось, что я беру что-то другое. Ну да ладно. И первый раз я взяла вот такое вот мыло, марсельское, Savon de Marseille. Такой вот большой кусочек, он стоит немножко дороже, но они все крайне бюджетные. Очень любопытно попробовать.
приятно пахнет через упаковку. Вот это я не пробовала. И также я взяла повторно вот каждый день алоэ и овсяное молочко. Тоже достаточно хороший кусочек мыла. С удовольствием воспользуюсь. И еще от марки «Каждый день», вы не поверите, я взяла себе крем для тела «Пудровый запах». Здесь у нас 150 мл. И знаете, почему я его взяла? Потому что я слышала у девочек-блогеров, что они этот крем покупают, и я видела, они покупают прям, не знаю, какими-то оптами по несколько штук, и что это что-то потрясающее. И меня привлекло то, что это пудровый запах, я люблю пудровые ароматы. И мне стало любопытно. Вы спросите, не боюсь ли я каждый день мазать на тело? Нет, девочки, не боюсь, потому что я когда-то, когда у меня с денежками было скудно, а ручки, ножки мазать-то нужно, я пользовалась кремами каждый день для рук, для ног, как видите, жива до сих пор. Поэтому, ну, здесь ничего такого страшного нет. Я к бюджетным маркам, к маркам от каких-то магазинов отношусь вполне себе нормально, лояльно. Чем оно пахнет? Знаете, какой-то кремовый аромат, мне кажется, это раскроется вот на теле, но, по крайней мере, он приятный. Он приятный, с любопытством попробую. Вот так вот. Это были все покупки, они небольшие, но хотелось с вами поделиться. Хайлайтер просто суперский. Я вот вам реально советую засвочить его. Вы будете просто пищать от восторга. Это будет видно. Вас будет видно из космоса. Это все, что хотелось вам показать. Всем спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока.